Здравствуйте. Сегодня мы вам покажем, как мы готовим окрошку. Это рецепт мамин, папин, дедушкин, бабушкин. Годами нам передался. Окей. Вот мы порезали редисочку. Радиш. Редисочку, видите? Она повозила редиску. Дженни. Это картошечка, уже тоже порезанная, поваренная. Почти 30 минут варили ее. Это лук, зеленый лук. Хорошо промытый, чтобы там не было песка. Порезанный уже. Мы подготавливались это все, чтобы показать. Это огурчик, кьюкамбер, огурчик порезанный. Там 3 огурца больших. Яйца. 18 яиц, 18 eggs. Вот это у нас такая штучка есть, видите? Мы уже это сделали большинство яйцам, просто чтобы показать. Что мы делаем? Вот яички. Вот 2 яйца. Сейчас туда кинули. И сейчас еще плюс те 2 кружечки. У них там еще 8 тут и 8 в другом. Всего 18. Яиц. Да. Окрошка. Окрошка. This is dill. Это петрушка. Не, это укроп. Это укроп. И тут у нас еще петрушки. Вон 2 блюда петрушки. Да. Парсли. Мы очень... Тут много. У нас очень много ингредиентов. Мы любим... Это очень большая посуда. Next. Следующее. We have sausage. Это салями. Салями. Это салями, чесночная салями называется. Вы можете сюда вареную колбасу добавить. Но самое главное, чтобы колбаса не была пересолена. Есть очень классные колбасы, которые соленые, их как бы кушать хорошо. Но сюда надо больше как бы не соленую колбасу. Окей. Сейчас мы будем делать окрошку на кефире. И мы добавим туда лимонный сок, перец и соль. Почему мы делаем на кефире? Потому что мы живем в Америке, в Атланте, возле Атланты. И у нас тут кваса хорошего нет. В основном квасы они делают тут... В Нью-Йорке они какие-то сладкие, знаете, они не подходят. А когда мы ложим кефир и добавляем туда лимонный сок, он стоит очень вкусный. Нам очень нравится. И мы рекомендуем, вы можете попробовать. Очень круто, очень классно. Это мы купили в Крогере. У нас тут есть такой магазин Крогер. Мы купили этот кефир там. Это такой... Кефир как бы с полным жиром, не обезжиренный. Вот кефирчик, добавляем кефирчик. Уже почти заканчиваем. Пожалуйста, смотрите, у нас мы готовим другие вещи, стараемся, ну, делать как лучше. Очень приятно. Мы к этому это приготавливали все долго. Тут быстренько вам показываем. Кефир. Видите, тут много сюда идет кефира. Ей очень нравится.
это готовить, и мне тоже. Мы это очень любим от наших дедов и родителей. Так нам пришло эти рецепты. Так что это, ну, очень, очень хороший рецепт. Мы так думаем и... How much do I put in? Just a little bit. Вот лимонный сок. A little more. Yeah, now do lime. Это лимонный сок, это лайма сок, лайм. Угу. Теперь перец, перец. Перчик, перчик теперь идет. Хорошо, так знаете, ну, оно не испортит, не испортит. Соль, теперь соль. Чуть-чуть больше, чуть-чуть. Главное не пересолить. Excellent. And a little bit more pepper. Теперь перчика чуть-чуть больше. Yeah, you can grab the other one. Yes. Перчик. Yeah, you keep going. Okay, okay, good. And now. Очень good. And do a little bit more lemon juice. Чуть-чуть лимончика, соку чуть больше. Good, very good. Теперь мы будем это все мешать. Чего мы все ждали? Окрошка. Окрошка, видите, теперь окрошку мы мешаем. Это для всей семьи, видите, такой большой, большая. Штучка для нее. И, ну, спасибо вам, что вы смотрите. Yeah, from the bar. Снизу так мешайте, главное, чтобы, ну, видите, вот это похоже уже на окрошку, правда? Очень классно выглядит. Я бы просто туда бы сейчас голову засунул и кушал это. Ну так нельзя. Надо аккуратно, все чистенько, чтобы все было хорошо. И вот так помешать минутку. Спасибо вам, что вы смотрите. Мы очень благодарны вам. И думаем, что может что-то хорошее вы увидели, ну, что ваш рецепт, ну, станет лучше от этого. И если какие-то что-то там хотите добавить. Но это как бы, это рецепт классический. Вот так вот, именно так надо делать окрошку. Только... В основном ее делают с квасом. А тут у нас как бы... Вот мы так нашли с кефиром лимонный сок. Очень вкусно получается для нас. На самом деле, на самом деле. Спасибо. И вот мешаем, мешаем. Спасибо, пока. Бай-бай, спасибо вам. Счастливо, всего хорошего, будьте здоровы. Пока.